О, смотрите. Что это за странный чел, у которого язык шевелится? Да перестань ты мне язык! Вот так вот шевелить, мне же больно! Ой, мне не больно! А, это же не язык! Это слайм! Что? Он говорит, что это не язык, а слайм? Ну, это на самом деле язык, но похож на слайм. Очень похож. Что? Я просто махаю этим языком, и смотрите, здесь что-то стирается. Смотрите, я его очки протираю, походу. Языком? Фу! Как-то не очень прикольно. Спасибо! И теперь я хоть что-то вижу. Да, ты хоть что-то видишь. Если за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то я обыщу девушку. 3, 2, 1. Молодец! Я обыщу девушку. Ой, я уронила телефон в море. Ой, сейчас у меня телефон. Моему телефону кирдык. Блин, реально жалко, представляете, телефон уронил в море. И девушка, наверное, да, очень расстроилась. И что же мы можем сделать? Море ему... О, смотрите, вода вытекает. Что? Я просто стираю эту линию. Вау, теперь моему телефону ничего не будет, ведь он работает. Хорошо, что я сегодня надела такой чехол. Ну да, лучше получше чехол надевать, и если вы хотите, например, заснять море, то лучше надевать модный чехол. То есть, если там, например, вы уронили телефон в море, то он хотя бы, ну, не стал ему кирдык. Если бы кошки могли бы отправлять смс. Я хотела просто отправить смс. Может быть, именно, оп, сейчас? Нет. Хорошо. Смотрите, здесь какое-то время. Может быть, давайте подождем и узнаем, что можно, ну, что случится. Ну, когда ты уже сообщение отправится? Ну, не знаю. Им было бы лень. Ага, если бы кошки могли бы отправлять смс, им бы было лень. Ну да, как видите, просто кошка лежит, а у нее ей там ставят лайки. Например, может быть, кто-то, когда сидит в соцсетях, прям вообще следит за каждым лайком, за каждой своей подпиской, например, и так далее. Используй 2 пальца. Интересненько. Ура! Я такой маленький? Почему? Так же нечестно. Да, он действительно маленький, но он радуется и этому, что даже он маленький. Сегодня отличный день, и наконец-то я стал большим. Ну да, какой он был маленьким и каким он стал большим. Ну, если бы я бы хотела стать большой, то я бы, наверное, обрадовалась. Ну, а так, мне нравится свой рост, там все такое. Ладно. Отсортируй всех. Ой, ну посмотрите, это мороженки, котики. Так странно, но, в принципе. Ладно, здесь у меня будет фиолетовый, вот где вот у меня 2 кошечки фиолетовые. Так, вот, давайте вот так еще. Это сюда, вот здесь черный у нас. Видите, нет, мы их можем все еще перемещать, ставить, например, на другие, например, даже... А, вот уже здесь мы не можем. Ладно, и вот все. В принципе, я отсортировала этих миленьких кошечек мороженок. Ну как, миленькие, не миленькие. Ой, ну посмотри, какая красивая луна. Да, красивая, красивая. Что же здесь нужно сделать? О, я просто нажала на эту землю и... Или луну, о. Смотрите, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Что это? И где же луна? Или та земля? Как мы вернемся домой? Сама не знаю. Но неужели мы здесь останемся навсегда? Ну да, моя бы реакция, это было просто... Ну, просто это они все сами видели, представляете? Они, получается, остались одни. Во всей там галактике, там, не знаю, в чем во всем. Так, ладно. Люблю читать. Если ты любишь читать, то читай хотя бы не снаружи, а внутри. Ну, то есть, чтобы у тебя знания это не пропадали. Мой мозг
загружается умом. Ум уже на 199%, на 1099%, что у меня так много ума? Ну, не знаю, у тебя слишком реально много ума, вы только посмотрите. Он уже за все рамки выходит. Прям еще поверх. Люблю читать, я это уже поняла и... Видно, сколько ты любишь читать. Избавься от улик. Интересненько, просто здесь нужно передвигать картинки, и здесь просто все улики нужно уничтожить. Ну, потому что может быть какая-нибудь ситуация такая быть, и именно от самих улик нужно избавиться. А вот это не улика, просто, ну, те, кто спят. И куда мне идти? Просто это, вот убирать фотки. Наверное, это улика и есть. И вот это тоже, наверное, улитка. Улика. Хоть это странные улики, вообще странные фотографии. Зачем вообще нужно было такие делать фотографии, я не знаю. Ну, в принципе, эти две миленькие фоточки и остались. О, смотри, мне чего-то не хватает. Мне тоже ничего не хватает. Да, странно как-то. Что это, интересно, какое? Орешек какой-то. О, ему нос не хватает, давайте ему нос. Оп. А этой девочке что не хватает? Браслетика. Ой, я что-то и приделала. Она не открепляется теперь. На браслетике я хочу приделать, ты понимаешь? Я не хотела такого делать. Что это нужно куда прикрепить? Господи, что с этой игрой? Ладно, я промолчу на самом деле. И где же мой ум? Я же сегодня ходил в школу, все забыл. Надо мне подучиться, память свою улучшить, а то ничего не помню, даже не помню, как у меня физра прошла. Бывает же такое, ну вот у меня это прям вообще, сейчас особенно, у меня это вообще каждый день происходит. Я не помню, что у меня было на уроках, только помню, например, да, что было, например, на физкультуре там и так далее. Найди картинку. О, ну это я люблю. Смотрите, какой телевизор, кстати, классный. Желтый такой. О, теперь красный телевизор. Это же тот же самый. Красный. Фиолетовый. Голубой. Ну все, вот сейчас точно все. Да, это было верно. Кстати, смотрите. Так. Я старый. Но все еще стильный. Ну, то есть, но все еще клевый. Ну да, в принципе, прикольно. На самом деле, в принципе, еще и такая картинка классная. О, смотрите, два котенка, которые там написано ел. Прикольно. Смотрите. О, смотрите, куда ты, котик? Котик. О, смотрите, тут. О, что с тобой происходит? Я трясусь. А где? Где? И где тут котик? Я тоже его не вижу. А вот и я. Да я уже поняла. Мяу. Ну, кстати, смотрите, типа мяу. Типа вот первая буква это М, типа второй котик это W, типа. Ну, нормально, прикольно. Смотрите. Что это за странный чел, у которого язык шевелится? Да перестань ты мне язык! Вот так вот шевелить, мне же больно. Ой, мне не больно. Это же не язык. Это слайм. Что? Он говорит, что это не язык, а слайм. Ну, это на самом деле язык, но похож на слайм. Очень похож. Что? Я просто махаю этим языком. И смотрите, здесь что-то стирается. Смотрите, я его очки протираю, походу. Языком? Фу. Как-то не очень прикольно. Спасибо, и теперь я хоть что-то вижу. Да, ты хоть что-то видишь. Спаси. Безоружного, то есть вот этого чела, у которого вот нет оружия, нужно его спасти. Нет, я только сделал хуже. Тоже, блин. Давайте попробуем вот здесь. Нет, давайте сюда. Ну да, он же там остался один в итоге. Даже тот, кто остался без оружия, тоже смог спастись именно хитростью и то, что знает, в принципе. Но мне кажется,
Мне кажется, многие знают, ну, может быть, даже и все. То, что, например, вот... Ну, тяжелое, оно сразу падает, а... Ну... Легкое, оно, ну... Медленно падает, даже, может быть, не падает. Ну, например, в воде. Легкое, оно всплывает, а тяжелое, оно, наоборот. Вроде бы как. Эй, ты! Отстань от меня, монстр! Я не хочу с монстром рядом находиться! Ну да, я бы тоже не хотела рядом с монстром бы находиться. Дайте, о, смотрите, я могу что-то шевелить. О, смотрите, тут. Ладно, так, и... Что мне нужно сделать? О, смотрите, я стираю этого зомбика. Все, отлично, теперь девочка. Ой, девочка, говорю. Девочка маленькая, теперь на безопасности, потому что я ей помогла. Это ведь хорошо очень. Какая страна? Ну, наверное, если я не ошибаюсь, это... Нет, это точно не Италия. Мексика. Точно Мексика. Сто пудов. Смотрите. Мексика! Салам алейкум! Как ты там поживаешь? Нормально. Все нормально. Ну, может быть, не салам алейкум, ну ладно. Больше-меньше это. Меньше это больше. Больше это меньше. Давайте вот. Меньше это больше. Во как. Тело человека состоит на 90% из воды. Ну да, 90%, но это именно состоит из пяток. Ладно, ладно, шучу. Так, это не 90%, где-то вот, наверное, вот здесь. Нет. Повыше, что ли? Давайте просто вот. Да, сейчас это полностью из воды. Так что мы эмоциональные огурчики. Ой, ну знаете, да, в принципе, огурчики, они тоже такие, ну, водянистые. И поэтому можно бы сказать, бежевые огурцы. Ну ладно, это жутко. Смотри, я художник. И я умею рисовать. Ой, я, кажется, испортил свой рисунок. Бывает же такое, хочешь, я его немного подпорчу? Смотрите, какой красивый рисунок. Хоть мы его и испортили, потому что он был только коричневый. Но зато посмотрите, какой рисунок красивый в итоге. Прикольно, на самом деле, я таких даже не видела. Мысли широко. Что мне нужно сделать? О, смотрите, я увеличила вот это. И в итоге мысли широко, то есть получается. Все нормально. Найди спрятанные предметы. О, а это я люблю. Нам нужно найти предметы. Это вот какой-то там слизняк зеленый. Потом мышка, сосиска, пицца, перчатка. И все, кстати, на картинке в масках. Так, ну, первое, что я вижу, это пицца. Пицца. Вот смотрите, пиццу я нашла. Потом... Ой, сосиску нашла. Мышку нашла. Перчатка. Вот на перчатке нужно нажимать. О, а, перчатка, смотрите, на волосах. Вот это да. И вот зеленый слизняк. В принципе, мы это на изи прошли. Подбери нужный размер. Оу. Не люблю это делать. Знаете, наверное, так? Нет. Ну, это точно не так, потому что, видите, там, тут девочку посередине. Вот так, угу, понятно. Мы помогли девочке с размером. Сделай ставку. Кто? Слон? Или ослик? Ну, в принципе, я буду болеть за слабого, потому что, ну... А вдруг он какой-нибудь придумает план и все-таки выиграет, потому что... Ну, слон так слон. А, может быть, ослик и выиграет. Сейчас узнаем. Я делаю ставку на ослика. А вы делаете на кого ставку? Ну, сейчас мы и узнаем, в принципе. Ого, ну зачем? Ну, это же против правил. Вообще-то руками, ну, ногами можно. Руками. Вот, все, отлично. Ой, смотрите, это что такое? Что это такое? Это что, мы стираем мыслями... О, смотрите, это верблюд. Какой красивый, в очках такой. Рад встрече с тобой. И это же... Такой странный верблюд. Что это такое? Стенку нужно написать? Ой.
А, нужно, наверное, стенку нарисовать, чтобы она не упала. Ой, я немного не рассчитала. Может быть так? О, смотри сейчас. А все, теперь наш человечек без оружия безопасен. Реши уравнение. Вот бы здесь было 2 плюс 2 и 5 тысяч. Знаете, типа 2 плюс 2 равно 5 тысяч. Ну, наверное, все это знают, но давайте попробуем. 1, 3 плюс 1 равно 1. Нет, давайте 1 плюс 1 попробуем. 3. Если не предохраняться, понятно. Ну, здесь еще должна быть пятерка, чтобы получилось 3, ну или 2 плюс 1 и так далее. Ну, бывают разные выборы, но это не, это как 2 плюс 2 равно 5 тысяч, только это 1 плюс 1 равно 3. Но не тысячи, а обычный. Разрежь на две равные части. А, вот, ровная часть. Так, наш... Так, да-да-да. Понятно, понятно. На 50%, 50 на 50. Наверное, вот так. И... Ну, да, разница большая. 15%. Да, так и думала. Найдите пару. Я, получается, авокадо, Донателло, один день. Все печали забубляются. Ладно. Том, два дня. 100% без ГМО. Не подходит. Грибочек, одна неделя. Без... галлюции, ноги... Понятно, короче, тоже не подходит. Я без глютена, хлебушек свежий, не подходит. Донателло, без ГМО, да без глютена. Хлебушек свежий, без глютена. Подходит. Наверное, подходит. Если хлебушек свежий, берите. Не думайте, он свежий, он вкусный. Да, это, оказывается, подходит, я даже не знала, но... Оказывается, да. Вау, смотрите, нам здесь что-то нужно собрать. Как же это прикольно, нет. Собираю какую-то штуку. Действительно. Так. Может быть так? Да, это бы оказалось правильно, вот это да. Грибочек. Грибочек. Так, а, может быть сюда? Отлично. А, вот еще вот, смотрите. Что это? А, так, и где у меня... Грибочек, тебя не сюда надо было, а вот сюда. Так, смотрите, девушка здесь какая-то странная, и она что-то улыбается, и смотрите, я окно стираю. Ну что, подписался? Надо подписаться, а ты? А давай, поставим. Ладно, все, стираю. Конечно же, стираем. Я думала, это какой-то зомби. Думай немного, следи за дорогой. Да, это самое правильное решение, но мы на этом заканчиваем. Ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока, прилетите в следующее мое видео. Увидимся там!